идет пикетирование типографии, где, я так понимаю, за считанных 12 часов почему-то резко уже готовы бюллетни. Меня больше всего удивляет тот срок, за который они умудрились изготовить его. Да? Еще нет, да, еще нет. Я так понимаю, что это была домашняя заготовка. Здесь все было готово, и через 2 часа после соответствующего решения их должны были выдать. Ну, соответственно, обстановка в городе не дала им возможности это сделать. Все, что они хотели изготовить бюллетни здесь, на своей собственной типографии, провести выборы в своих помещениях мединвестовских, что у них сейчас пока хорошо получается. Что бюллетни будут тут надруковані, чем это загрожает? Послушайте, догадайтесь двух раз, да, чем они, то есть, чтобы я еще раз рассказал, неконтролированный процесс изготовления. Друкування бюллетнів у кількості в 2, 3, 4, 5 разів, перебільшуючи потреби дійсно виборців. Дані бюлетні, які будуть надруковані в більші, як я казав, в 3, 4, 5 разів кількості, будуть потім після голосування підмінені, тобто результати голосування виборців будуть замінені. Цілі ящики, де буде писатися за таку-то партію, за таку-то партію, за таку-то партію. Просто по ходу передачі з комісії до комісії будуть замінені. І буде всюди писалося за опозиційний блок. Ну от для чого це і відбувається.